студенческое телевидение Бусть-ТВ, и это рубрика «Инстатоп». Пятое место. Кристина Эдуардовна. Этот пост посвящает всем работникам студенческого телевидения ГАГУ, которые уходят из универа только ночью, потому что в их жизни есть вкус. Четвертое место. Минутка уныния от Романа Кривцова. Утром я встану пораньше. Пораньше с учебы уйду. Привык я все делать пораньше. Наверное, пораньше умру. Осень наступила. Наш загрустил Роман. Решил испортить парту и в инстатоп попал. Ромка, не грусти, ведь жизнь прекрасна. Эх, Марфуша, нам ли быть в печали? Когда Вероника Юрьевна, о, так это ж я, мучает первоши, да не мучила их, просто давала задания на веревочном курсе. Я успеваю сфоткаться, ну конечно, пока кто-то делом занимается, Леночка у нас фотографируется. Второе место. Кайрат Касинов запечатлел момент съемки новостного выпуска. Игра на внимательность. Найди на фотографии Нину Лешко. Затрудняешься? А вот так. Первое место. Диана в футболке «Я люблю Баку». С хэштегом «Я люблю Баку». И на фоне баннера «Я выбираю кого». Я все смогу. Я вся в Баку. Занимаешь первое место? Получаешь подарок, поэтому ставь наши хэштеги и будь в топе. С вами была Вероника Чернова, увидимся через неделю. Ставь наши хэштеги, с вами была.